дорогие друзья, сейчас вы можете спросить, чего у меня тут так много жителей и все такое. Ну, я исцелил еще одного жителя. И откуда этот, я сейчас вам все расскажу. И откуда там еще один? Ну, ладно, я вот этого жителя как бы исцелил. Но потом я подумал, если мне принести жителя из другой той деревни сюда, я принес жителя. Что теперь? Ой, эй, мужик, отойди. Что ты, отойди? Вот у нас мужик. Тут вот этот мужик. И он родился. И сейчас уже большой как бы. Ну, все поняли. Жаль, конечно, что они вот все дорого продают. Скоро будут еще малыши, наверное. Ну, народилась тут. Ой, ой, что я делаю? Черт. Ну, народилась здесь всего тут вообще по миллиону. Ну и вот, и все. Теперь кормить всех придется. Ну, не всех, конечно, но половину придется. Все. Иди отсюда, житель. Они бьются там, дерутся, все такое. Еле-еле привез жителя этого. Это было жестко. Ну и все. Вот я поселил еще одного, еще одного, еще. Ну, давайте играть тогда вот в этом жительстве. Я сделал мирно. Вот, ну, какой-то катавасии происходит, конечно. Да. Вот это берем себе этот песочек. Житель у нас не хочет бумагу продавать. Так. Да уж, я бы хотел себе какого-то такого хорошего. Да, вот, вот так. О, еще один родился, видите? Малюк, малюк еще один. Че ты прыгаешь? А, сейчас я его тоже выведу на волю, походу. Так, иди. Тогда, если ты так сильно хочешь. Все, третий вышел. Может, вы подумаете, зачем я это делаю все-таки. Так, они... И народились здесь. Так. Что-то иди туда, рисуй. Рисуй, вот. Тебе тут карта и хлеба. Сейчас я тебе там на лови. А это что тут вышел? Ты чего ждешь? На, вон тебе тоже хлебушка. Да уж. Все как-то так странно вообще происходит. Блин, ну что ж ты? Нет и нет, нельзя и нельзя. О. О, смотрите. Вот. И дальше что? Ура! Малюк. Привет, малюк. Ну, вы поняли все, конечно. Вот опять хочет выйти. Ну что тебе так не имется, нубик? То, что ты так все выйти хочешь. Вообще, лох. На, выходи отсюда, все. Иди. Да, да, иди, иди. Все, все. Ура, выбежал, все, наконец. Как бы вы все поняли, тут такая вот жизнь происходит хорошая. Привет, мужик. Как жизнь? Ну, все понял, как бы. Вот так я их кормлю. И все вот так. Вот такая вот жизнь странная. Тут мужик уже, наверное, спит. Эй, иди сюда. Я тебя вылечил. Ты должен бумагу мне давать. Так, ну это вообще трэш какой-то. Так, ну ладно. С ними жителями проводишься уже так. Ну ладно, тогда всем пока. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.